Всем привет! Привет! Я сегодня бля. Мы играем. Я бля! Сегодня играем вот такую замечательную игру под названием Content Warning. Правильно? Правильно. 1.9 build. Очень популярная сейчас. Вы, наверное, ее могли видеть в таких социальных сетях, как Pisces, Tegos, Eros. Да, она сейчас хайпит в этих социальных сетях. Она же нихуя не хайпит, да? Ну ладно, похуй. Нет. Что-нибудь придумаем. Алло, меня слышно? Да. А меня? Кровати 4, да. Говорю. Кровати. Да нормально, сейчас поместимся вольтом. Стойте, у меня, знаете... А, подождите, наши, мы же тут, блядь, не все. Алло? Алло? Бля. Алло? Алло? Как будто с подводной лодки вещает. У меня Дэна нет, друзья. Алло, меня слышно, я с веб-камеры сижу. Да, слышно. Да, слышно. Все отлично. Как голос, кстати, нравится? Ну, как будто ты мальчик для секса. Да, я не рассчитал то, что мы, блядь, пиздец платить, блядь. Ебать! Сделай меня погромче. Да ты и так громкий. Сделай меня погромче. Отойди, вонючка. Так, Дэна я пригласил. Я же пригласил. Так, все, подвинься. А, блядь, да ты нахер дура, что ли? Как в ебу нахер? Это жесть. Нет, ты супер дура. Да блядь. Так, Дэн. Да не трогай меня! Не трогай меня! Верни его на место, блядь. На базу, Коля. Мы дети два раза пепла. Игорь! Я твое все. Блядь, дура. Блядь, дура, ну дай ты мне выбрать, сучка драная, бледовка. Сейчас, ребят, сейчас. Если что, мы, наверное, час пытались это запустить. Еще час потратим на подготовочку. Да тихо, у меня настолько большой, много символов, что когда я стираю хотя бы один, он мне играет. Сука, ты понимаешь, я когда я хожу, приглас доброму Дэну. Сука. Приглас Дэну, рыпо. Верните меня на место. Ребята, приглас. А, не, подожди, нормально, мне похуй. Приглас Дэну. Да я кинул, приглас. Нихуя. Ипа, приглас Дэну, Дэна пригласи. Ипа. Давай ждем. Ипа, и выруби еще демонстрацию нам, стрим выруби в дискорде нам, а то у тебя лага. Ипа, рыпа. А рыба моя. Кстати, правильно ты сказал. Здравствуйте. Бля, это пиздец, на съемочной площадке. Ты тусовщица. Стойте, в клубе, стойте. Вот эта неоновая палочка. Можно я сейчас объясню свою затею? А потом начнем угорать. Ну слезьте с телевизора. Нет, давайте похуй на ИПА, похуй, я начинаю. Начать. Сучины. Ах ты гандон! Отдай камеру. Блять, все бля. Фонарики спиздил. А им похуй, они не хотят. Я камеру. Все фонарики спиздил, давайте, лошьё. А кто это? Блять, мне бы еще понять, кто из вас кто. А я желтый. Я держу, заходите. Пожалуйста. Ой, зажало, да? А где? Все, нормально. Завопил. Да постойте. Ну ладно, так, следующего рана. Так, розыгрыш фонарика, подкидывайте в воздух фонарик, ловите. А камеру? Мы камеру не взяли. Как не взяли? Ну у меня... А. Кто? Алло! Ребята, начинается лютый дрист. Ру фонарик. Почти стер. Сейчас у всех налагало, да? Это я запись остановил.
Я поесть. Я сейчас с ума сойду. Надо всех снять, так больше бабок. Почему так происходит каждый раз? Ох, ебать. Ой, извините, я полстерся. Ёлки-бот. Хват. Ура! Камерамен, погнали за мной, сейчас устроим движуху. Снимаешь, снимаешь? Я ему похуй. Я сзади, сзади, я вот. Я как это будто типа на встречу одноклассников пришел какую-то вписку. Ребят, нормально, нормально. Да не прыгайте ему спать. Ой, ой, блядь. Ой, сука. Ёбаный чат. У меня что-то в штанах чебурчит. Yes. Это мы хотели. Блядь, как все плохо. Бля, больно. Что это за звук? Так, ну там еще громкость, наверное. А, во-во. Вот он прямо с трубой. Аллах, Аллах! Аллах, Аллах, блядь! Типа ты снимаешь? Кто на мне пишет? Глеб. Кого я дую, блядь? Глеб пишет. А, Тимур, спасибо, спасибо. Пошлите? Свинья. Нормально. Так, ну ладно, неплохо, неплохо. А у кого камера? Вот это хороший вопрос. Так, давайте перекличку. Леша, это который из вас? А кто-то шмали взял? Шмали? Куда вы идете? А, вон они, догоняем, ребят. Дуешь? Я не знаю, что он... Я не понимаю контекст его сообщения. Суй себе. Брось на штучку. Какая штучка. А что это? А, я понял. У нас губы сейчас. Что это? Тут можно вот так зажать. Она упала. Смотрите, саунд упал. Ой, это что? Не трогайте ее, она воняет. Ой. Что? Тут ничего нет. Ой, это что за лох там такой? Это что за лох там такой делал? А, мы вернулись отсюда. Не-не, пошлите туда. Туда, туда. Ну ладно, это тестовый, это нормально. Ой, иди подбери, я засниму на видео. Ух ты! Знаете, кстати, что это такое? Я обидно. Сейчас. Черт, остыла, чем я тут гулять? О! Блин, а что это такое? Блядь, блядь! Покушать, я ему кину, он, мне кажется, нет. Блядь. Сейчас, я нормально. Это потайная дверь, надеюсь? Это, надеюсь, потайная дверь. Помогите! Ребят! Ребята! Помогите! Все нормально. Сусе! Сусе! Да как вы? Оставь ватный человек без меня. Так, сейчас я от них отойду, чтобы про них гадости наговорить. Какие они безответственные, безалаберные. Они догоняют. Экономлю. Интересно, меня слышно. Алло, что делаете? Ипа.
это вот в этом игра, да? О, ребята, привет, я в кадре? Я не буду снимать всякую хуйню, только монстров. Тоже верно, погнали отсюда. Да ну, ебать. Я заснял, как ты стонешь. Ипо! Так ощущается дерализация. Ой, ну да. Да. Ой! Не забываем репостить это видео в ТикТоке, ставить лайки. А у кого камера есть? Он зажжет вас в угол и трахает в бегате. Первый упал, ебать, пилоха. Ребят, ну это первый, блин, комом проверить. Не-не, сейчас я... Не фонарь забыла. Бля, этого надо скрутить Колю нахуй, дебоширя, который все мои планы рушит. Сейчас мы пушечку снимем, у меня план есть. А мы так будем бегать здесь? Все нормально, чисто в ТикТок залетит. Как перемещаться между такими элементами? 21% еще попался. У нас так много людей, так и так спасут камеру. А в чем смысл? А что? Раздеваться не нужно. Коля умер, Коля умер, Коля умер. Я тоже на пределе. Что, то есть, кто нихуя непонятно? Сейчас я поставлю. Что-то делать, блядь, думайте. Ой. После этого дня представлю всех, если, о-о-о, сейчас что-то будет. Не будет мне мешать это делать. Здорово. О, нихуя, как он вышел. Умер, да, сдох. Тихо, тихо, спидранер, спидранер. Погнали, погнали. О, Дэн, понял. Вот за этими двумя. Я знаю эту местность. А что это надо сделать? Я пока не очень понял. За жопу мацать будешь, да? Палка ёбнута. С девочкой ничего. Это что? Я наиграл. Бай-бай. Куда? Вот сюда. Вот. Давай, все, хорошо. Ты еще сдох. Ой. Что за звук? Да, блядь. А, ну похуй. Не нужен. Я тоже думаю, сейчас можно отключить чат. Так просто на этом остановим ролик, и тебе походу что-то будет. Выбирай нахуй, да. О, там какой-то монстр. А, это. Вот там даже два монстра. Ой! Ебать, дай мне камеру, следующий раунд. Следующий раунд, камера уже надо. Знаться, честно, у меня нихуя не было. Когда он уже невидимый был. Ипа! Вот я думаю, что еще одна собака! Боже, да, да, как же хочется ипа, секса. Ипа, собака. Ну, паук. Минус. Ой. Ой. Ой, подойдите, сделайте что-то. Смешно. Ой, блядь, ребят, ребят, я сду. Как могло 12 человек умереть или сколько у нас? 200? Это хуйня вообще, я не понимаю. Давай сейчас вернемся, заберем. Кстати, да, мы же можем вернуться. Мы вернемся, не ссы, суть. Сучка. Сучка. Так, давайте спать. Стойте. А, спать. А надо... Мы вернуться же должны. Нет, пока не спать. Если мы будем спать, а кто из вас бросится нахуй? Да похуй, давайте. Какой спать? Надо вернуться сначала, нет, если мы поспим, то пиздец же мы будем. Мы уже не можем туда вернуться. В смысле? Да, я у стены. Дурак, это я, слезь меня, гомик. Я сос. Так, а можете подойти, пожалуйста? Да подойдите, пожалуйста. Да иди ты. Что? Смотрите, короче, план такой, идея на миллион. Как это сволота убежал, он забежал в бункер. А кто еще убежал? Так, все тут. А можете посмотреть? Сейчас я догоню эту свинопупсу. Выйди! Ой! Не нажимай блядскую кнопку! Да выйди, Коля! Да ты заебал! Что? Погнали. Идея. Ты хочешь захайпить? Ага, да, так, давай. Все собрались. Так, сейчас остальных там подождем. Там Тимур дрочит. Сейчас я посмотрю. Все, идите сюда, нам как раз... Ну куда он, блядский рот? Вылазь. Да. Каждый по очереди будет букву говорить. Выходи отсюда, ты тоже. Я не хочу никого оскорблять, но, блин, анимешники как может быть таким
второсортным говноедом. А вы пялитесь 24 на 7 бессмысленность, лишним хоть признака адекватного сюжета, ничего нет. Превращайте в животных, которые двигают личность. Оператор! Тебя давно не банили, да? Оператор! Нам нужен ванок оператор! На кого ты снимаешь? Ему похуй. Посмотри на него. Ты меня снимаешь? Или его? Ты его снимаешь? Дай камеру, пожалуйста. Можно мне камеру? Да дай камеру, додорк, ёбаный. Я дам камеру, блядь! Да дай сюда камеру, ублюдок! Не пускайте! Да стойте, стойте, мы цвета не поменяли. Давай, запускай, запускай, запускай! Отмена, отмена, отмена! А, говно, блядь! Сука! Запускай! Держи! Протягиваю! Давай, давай, давай! Бля, Ярика зажала, пиздец! Спасите, спасибо! Ой, бежал! Да сука, блядская! А кому цвета нужно поменять? У всех же все нормально вроде. Ой, кто? Какого у тебя там хайп? Ты можешь что-то... Да выйдите, пожалуйста. Я наигрался. Выйди, выйди отсюда, ва. Я наигрался. Дай сюда камеру, да дорг, блядь. Блядь. Все нормально, все. Хуякнуть. Так, сейчас. Идите сюда, о, пожалуйста, о, идите сюда. Ага. Одну задумку мою. Ну куда он уходит? Выйди, 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 блядский рот. Понимаешь теперь, каково мне, блядь, когда ты ко мне приходишь? Чё я, блядь? Ах ты, ребят, сволота. Давайте потом вне игры решите эти вопросы. Не пройдет никогда больше. У вас хороший цвет? Цвет зачатия? Белый, как семушка. Эй, конкретно ты чё так нахуй делаешь? Кто говорит? Блядь, мне Влад приехал, привез шоколадку. Ладно, ладно. О, хорошо. Yes. Пошлите, пожалуйста, за мной. Надо... Да... Ипа, меня слышно? Ипа, меня слышно? Да. Ипа, меня слышно? Вырубите мне интернет, нахуй. Ипа, меня слышно? Да, да, тебя слышно. Да, да, это слышно, блядь. Ипа, меня слышно? Да! Чё говоришь? Да, да, ребят, все слышно. Все, пойдем, да, пойдем. Коля, выйди, выйди. Пойдем. Да цвета поменять, блядь. Да нахуй. Да у меня... Можно, пожалуйста, вы меня высушите все, вот эти два гондона выйдут из этого шаттла и посушат меня внимательно. Додорк, отдай мне камеру. Вот это грубо, знаешь, я вот так вот сделаю, мне похуй. Да я не про тебя, Тимур, пожалуйста, вернись. Ладно, давайте. Вы же знаете, что можно открыть здесь. Да, Коля, выйди, я тебя умоляю. Все, пошлите, пожалуйста, к цветам, цветам, где менять цвета. Вот этого возьмите сзади, потолкайте его побыстрее вперед. Я извиняюсь, что-то мне за ухом прет. Что-то мне за ухом. Помоги. Все, ребят, пошлите, пошлите. Пошлите, пожалуйста, я умоляю. Да, Дор, дай мне камеру на этот ран, ты в следующем будешь. Дай мне сейчас зайти, ну, бля, он потратил все. Я устал, фонарик. Ой, блядь! Пиздец! Алло, Ярик, что? Говорю, тяжело. Очень тяжело, Ярик, ты не поверишь. Я застрял! Все, короче, затея такая. Идите, я застрял! Пожалуйста, сюда. Ребят, пожалуйста. Я застрял! Коля, пошли. Я застрял. Давай, давай, Коля, ты прилип. Коля, ты прилип. Надо подталкивай там. Я не могу пройти. Прошел. Давай, давай, заталкивай. Заталкивай, еще чуть-чуть вперед. Не идет. Савита, Савита. Свинья тупая, иди сюда. Блять, меня лагает, как только я к нему подхожу. Ну, Коля, высуши меня. Все, ребята, мы тут собрались. Жесткий хайп. Высушу. Ты меня уже... Все, вы готовы? Короче, затея такая, пожалуйста. Ты прям на ухо мне.
Натя. Не води по мне фонариком. Бля, он зафакапил всю пленку. Да дорг ты, Коля, тот самый типа дядя, который пришел на пьянку. Все, слушай, ребят, идите сюда. Да убери фонарик, ебаный в рот. Да расскажи, просто расскажи. А, все, все. Короче, поставьте, пожалуйста, все черные. Ой, бля, у меня прокатно. Хорошо. Все черные, поставьте все черные, все цвет. А какой черный, ну, чтобы было видно? Пару текст. Слов в микрофон, пару слов. Я ненавижу свою жизнь. Я не понимаю. У меня отличный фонарик. Кстати. Тебе нравится мой фонарик? Ну все, ладно, ладно, пошлите, вот пошлите, оператор. Конец любой. Оператор за мной. А, пошли, найдем. Пойдем, пойдем. А, ну вон я там видел, ну это не диван. Вступление. Вот тут, вот тут. Вступление, знаешь, вот какое? Смотри, как. Подожди. Иди сюда, оператор. Давай, обсудим идею. Давай, вступление запишем, давай. Да не вступление, вступление не сейчас. Ага. А понимаешь, какая затея, да? Посмотри на них. Давай. Да не снимай, не трать пленку. Ну все, она уже потрачена, давай. Я не понимаю, снимай, не снимай. Ты можешь определить? А сколько осталось пленки? Там процентов 10. Все, конец. Пошли дальше. Не, ну правда, сколько осталось? Такие белые. Да достаточно осталось. Что поделать? Там пишут, ты самое главное. Если идешь по спавам, то не... Нормально, да? Записал? Короче, смотри, Додор, план такой. Мы вот так вот впятером вокруг становимся. Потом Пипа говорит, а Пипа же, да, пару Пипа женщина? Слов, Пипа белая? Нет, я черная. Блять. А в чем тогда смысл? Ты хотел, чтобы все пацаны типа трахали единственную женщину в пати? Это твой план был? Ну, ты просто сейчас... хотел, чтобы мы массово трахнули Пипу? Нет, нет, сейчас пошли нет. Пошли на корабль. Подожди, Пинки Пай, блять. Подожди, Пинкман. Окей, я наберу ногу Сёмышу, команду мы нормально снимем. Мы же нихуя, да, не сняли? Ладно. Нет, откройте, откройте, откройте! Кого мы забыли? А почему цвета? О, мы ровно черненькие, тут все как надо. Открывать не будем. Так, ладно, поехали. Все, я пошел. Надо Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, тут темно, как в жопе. Тут прямо да. На выходе стоит типочек. Погнали. Тимур, это пиздец. Все, Тимур, в следующий раз только с тобой ходить будем. Вот этого вот с фонариком выгоняем. Он еще и у него же фонарик, как мы без него выйдем? А фонарик? Мы камеру нашли с прошлого забега. А ну нахуй я иду. А закиньте камеру сразу в этот корабль. Там вроде 20% осталось. А она больше не юзабельная. Бля. А, окей. Блядь. Что сделал, блядь, фокус? Да, я не думал, что будет так тяжко. Тяжело. Это кто стоит? Чтобы понять, что это за ник, блять, он молчит. Ёлки-голки! А, понял. А кто беленький? Ну что? А, Тимур. А второй белый кто? Это я. Ладно, властелин! Трупаемся вниз к этим. Иди первый. Иди. А вот у меня сегодня нек лагал, пиздец, и мы... А, ну мы, во-первых, Максима ждали 2 часа, потом у меня просто не работал интернет на отказ. Но это, походу... Он жалуется, он там ноет, что у него не получилось. Тимур, блядь, уши длинные, все слышит. Походу, это было знаком. Бля, может, ебануть запреточку, чтобы меня на 30 дней отпустили в отпуск. О, это что за дверь? Два бедолаги со мной здесь. А кто это? Отзовитесь. А, это я Давк. А это кто? А я Фейсхантер. Всем привет.
Ах, сука, уйди отсюда! Все, Дадорг, нормально снимается? Да, да, нормально, там пленки, правда, осталось 20%. Ой! Опять Сосун! Мы никогда не расхайпуемся. Сосун должен быть спереди! Блин, мы же можем, типа, встать на коленки, один ртом в попу другому, а другой и так, типа, по кругу. Лёха, нам надо видос снять, а не кайфануть. Это кто? Это монстр? Или я с человеком иду? Оставьте меня в покое. А, это ты? Я не хочу больше ничего. Я не хотел хайпа такой цены. Блядь, что за хуйня? Тут идет кто-то, блядь! Это ж я. Остановись на секунду, там сзади прикол. Тихо. Бери скелетика. Давай. Можешь выкинуть. Ну, давай просто с тобой пообщаемся. Разрядка, так сказать. Давай, давай. Он очень похож на Богдана, согласен? Не знаю, я не знаком. А, нет, я знал одного Богдана, но он был очень странный. Бля, кстати, это такая история. Ой, как там ребята ходят. Какая? Короче, он почему-то голый постоянно ходил в квартире. Мы жили в одном общежитии, но он уже сейчас съехал. И он, ну, у него, видимо, семья нудистов была. И они ходили голые по квартире. А я еще маленький был. Ну, лет 7-8, и я не понимал, что, ну, это нормально, не нормально. Ну, то есть я понимал, что это не нормально. Нет, это нихуя не нормально. Я понимал, что это не совсем нормально. Ну, я говорю, ты не понимал. А, я не понимал. Вот, да, я помню то, что мы потом гуляли, и я при девочках начал это рассказывать. Он такой, нет, такого не было. А я такой, может, я это выдумал, может, реально такого не было, может, он в трусах был. Не, нихуя, все было, он просто меня потом предъявлял, говорит, нахуй ты это всем рассказываешь. А я не понимал, что этого не стоит рассказывать. А он всем рассказывал ту же самую историю, но про тебя. Блять! Ипа? Это я. А, можно его... Давай я тут прослышу. Можно сбоку тут пройти, сбоку проходи. А, ебать, я наигрался. Да ну нахуй. Че ты молчишь, Коля? Че там, история про Богдана, вот это все, да? Ну расскажи еще что. Ой, блять, что у меня всего? Блять, нихуя себе! Нихуя себе! Блять! Сука! Нет! Богдан! Он че, сдох? Бля, ну... Коля, ты видел? По тебе еще прошлись, так. Да все, ладно, пойдем на базу. Ладно, пойдем. Все, ребят, это пиздец. Да, вы тоже, я не могу. Мы тоже посмотрели на снимки такие. Да, давайте на базу. А, Ипа умер, да? Да, нормально. Это пиздец, на меня какая-то хуйня напала здоровая. А Ипа же сейчас далеко. Не понял. Мы можем сейчас запретки говорить, а он же далеко, ну, на стриме не будет. Давайте каждый по запретке. Я... Как далек наш путь. Помогло. Ты что, ты ждешь? Да. Помните, что у Пипа было написано на... Объективно худший стрим ever. Ну, по этой игре учиться. Возможно, не то по этой игре. А как тут монстров, как будто... Он же умер. У Коли наколка. По-моему, Грей. У Коли наколка с колкостью. А где еще? А где там? Подобрали? У Коли прикольная наколка с колкостью. Все взяла. Закрывай. Договорок? Да. Одно радует, то, что мне шоколадку завезли. Влад, спасибо, что если смотришь. Не знаю, правда, зачем ты это сделал, но приятно. Как, Лёха, ты как ты разговаривал? Ты что же умер? Так я разговаривал поэтому, потому что мы с тобой наблюдатели были оба. А, бля, мы друг друга видели. Да. Ой, слышали. А ты видел, как меня убили? Да, это угарно было. Ну как угарно? Я бы не назвал, что угарно, но в контексте этого стрима. Ты хочешь зарядиться?
Я хочу стать фильмом. Кстати, фонарики зарядите тут вот мечта. Этой, у этой штуки. Этот, Костя, на Q зажми, пожалуйста, зажми. Из России. Нет, ни за что. Нет, ни за что он не прогонит. Закинь, закинь. Пусть его раздавит. Давай. Скамат, если он довольно выбыть, хотя бы зарядись. А чё я? Знаю, можно было бы без шоколадки это сделать, если так разобрать. Он нахуй меняет этот темный цвет, он мне не к лицу явно. Желтенький, да, вот это, блядь, это дурк, нахуй, сумасшедший дурачел. Ура, смотреть, сначала первый. Ой, смотри, такое. Это что за штора? Такой сначала смотрим, первый или второй? Мой, первый. Да, отвали отсюда, блядь, 228 розовая хуйня. Идемте смотреть. Тимура там убила, да? Тимур застрял. А, нет, здесь. Боже мой, как я хочу глянуть эту запись. Всё? А у кого-нибудь тут еще я так сгораю от нетерпения. Все, смо. Да, это кто-то. Все, запускай. Алло, Эдва, отойди от экрана. Вот сразу это лютый дрист. Сейчас с ума сойду. Надо всех снять, так больше баллов будет. Я вас всех. Пенис большой. Снимай хуйню! Вы будете его бить? Почему? Снимай хуйню! Я не... Вырубил! Ух, нет. Сзади, ё мой! Чё, нахуй? Ты чё, угораете? Это чё, блядь? Не прыгайте. Ой, блядь. Ой, сука. Ёбаный. Прыгай. Чё тебе забраться с проблемами? Чё, блядь, так сосали? Ёлки-мухи! Не бросай, не трогай, охуеть. Бросай! Ты! Знаете, кстати, что это такое? Я пид... Ты дух! Блин, а что это такое? Блядь! У нас друг умер. Два друга умерло. Короче, их больше нет с нами. Друга, это Богданчик. Богданчик, поздоровайся. Не забываем репостить это видео в ТикТоке, ставить лайки. О-о-о, сейчас что-то будет. Ой, ебать, я жив! Ой, подойдите, сделайте. Ой, что происходит? Что? Следующую кассету и все. Пацаны, я спать, пожалуйста, потише, можно только? Потише, пожалуйста. Закрыть, нажмите. Тимур, вызывай ментов, они будут, блядь, опять. Лёха, опять включать кассету. Ребята, у меня завтра на работу, можно потише? Все, ладно, иди, второй смотреть, короче, готово. Давай, рыба. Все, давай, тихо, только заткнулись, нахуй. П, Р, И, В, Е, Т, М, Е, Д, В, Е, Д. Я, кстати, недавно такой трек нашел крутой, послушайте, мне очень нравится. Подпишитесь на Телеграм. А можно тебе за руч? Сборище интернейшн раздетых шлюх. Один я охуенен. Да дай камеру, да я там камеру, блядь! Где этот черный русский? Нормально. Он умер. Это грубо, знаешь, я вот так вот сделал. Ты в следующем будешь. Давай, заталкивай. Я не хочу про Тимура лечь. Давай вступление запишем. Давай. Нет! Она, я пойду поиграю. Пару слов. Черт. Лох, соси мне, лох. Ой, Гарик продаём. Лох! Ай, бля! А за что меня? Мамбаб, ангрей. Нет, подожди, там женщину убивают, хочу снять. Тимура, спусти вниз свой шланг. А вы видите? Тимура, про тебя этот мем был, гантель с пиздой. Нет, не вылез. А, ладно, а там лоха убили вниз. Полкостью. А где камеру подобрали? О, кот полетели. Камера, а кинь камеру вторую. Но в контексте... Зажми прям жестко, зажмите. Все, вали отсюда. Очень долгая минута, 30. Прикол. Да. Мне понравилось про секс. Да, секс то, что перевернули, угарно было. Да, неплохо получилось. Хорошо, я бы сказал. Спать.
Ми-м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 и